Этот универсальный гаечный ключ обещает заменить целый набор торцевых головок от 7 до 19 мм. Внутри подпружиненные стержни, которые подстраиваются под любой тип резьбового крепежа. Болты, шурупы, винты, гайки. Стоимость в наборе с трещоткой и адаптером для дрели или шуруповерта от 600 рублей. Для начала мы нашли тех, кто подобной штукой уже пользовался. Например, Настя Туман, девушка-автомеханик из Владивостока. Кстати, популярный блогер. Попробовала подкручивать разные там болты-гайки. Да, она хороша в том, что если нет большого набора головок, тогда можно и второй рукой приложить усилие и открутить. Положив ее в свой даже бардачок вместе с отверткой, она вполне вам поможет в случае там каких-то непредвиденных ситуаций на дороге. Ну а поможет ли такое устройство, например, любителям двухколесного транспорта? Владислав Кетов из Петербурга известен тем, что первым в мире проехал на велосипеде вокруг Земли. Он согласился протестировать для нас универсальный ключ. Оригинальная конструкция ему понравилась, но пришлось столкнуться и с недостатками. Она только выступающие гайки, шестигранники и прочие вещи берет, а чтобы могла еще и утопленные прихватывать, тогда это было бы совсем замечательно. А что скажет профессионал? Мы отправились к фрезеровщику Александру Кайгородову, призеру конкурса «Московские мастера». Испорченные шлицы на гайке спокойно он берет, хватает, можно срезать, отвернуть любую гайку от 7 до 19. Но 19 это уже происходит с трудом, потому что металл мягкий. В лаборатории, куда мы отдавали инструмент на анализ, подтвердили, что ключ выполнен из слишком мягкой стали. Всего 30 единиц по шкале твердости Роквелла. У приличных плоскогубцев, например, все 60, так что большой нагрузки универсальный ключ не выдержит, не надо даже и пытаться. Но простые бытовые задачи, почему нет? Наша Катя Кондратьева тоже попробовала новинку и успешно собрала развивающую конструкцию для детей. Особенно удобно было работать с шуруповертом. Ну что, профессор? Зовем детей и покажем им это чудо. Дети! Итог. Универсальный ключ, конечно, не идеален, но большинству испытателей он понравился. Устройство явно имеет право на существование и дома, и в гараже. Наш вердикт – чудо!